Димон, пошли домой. Серега, что они сделали с фильмом? Идет порядок, но ведь пошли домой. Я Серега, что они с фильмом сделали? Если кто не догадался, мы вот сюда идем, в общем. Что ты говоришь? Я спрашиваю, что ждешь? Ты мог сказать, я иду на Звездные войны. Не видишь это? Я вижу, как ты прекрасно едешь, да? И все увидят, Серега. Стену прилетели. Пожалуйста. Ой, бля. Сейчас сниму, я не показываю. Ты в машине впустую, ты понимаешь, да? Ты такой фильм. Да, да. Все, обосрал. Вон справа. Справа, как ты сейчас как дебилы, короче, тут. Оператор. Шли. Хочешь за мной? Балкон. Где тут балкон, Дима? Не знаю, балкон центральный. Выбирайте, тебе говорят. Молодые люди, можно вас спросить мнение о том, что вы видели? У кого из вас? Кого? Да без разницы. Давай, давай тебе. Честно говоря, фильм неплохой. Только без спойлеров. А то, ничего, знаете, стоящего это? Там особо не увидишь. Нам понравилось. Понравилось? Ну, это просто мне не понравился этот момент, когда убили. Да. Ну, как бы... Ну, каких-либо ожиданий нету. Просто интересно посмотреть, что будет там. Еще выдавали коктейли, бутерброд. Ну, так. Четвертая, пятая, шестая, мне кажется, уникальны. Почему? Потому что не было никаких спецэффектов. Честно говоря, вот шестую часть я когда смотрел, для меня это было вообще просто меня перевернуло. Ну, как да, матрица битвы, перевернула. Битвы в космосе вот эти, бы, это да? Же круто для того времени. Ну, на самом деле, вы видели, как их снимали? Да, маленькими модельками, в том-то все и дело. А смотрится все настолько реально, что, ну, честно говоря, мне кажется, они даже круче. Вот четвертая, пятая, шестая.